Ой, так волнительно, так И волнительно. ему Идет такая: Сандра. Здравствуйте, «Мария, Мария здравствуйте. Магдалена». О, авторадио. Милочка, подожди секундочку, я упрела сейчас. Вытрусь немножко, а то штукатурка обвалится на пол. Не переживайте, вы все, так готово. Прекрасно выглядите, а вот этот мужик в кадре сейчас-то лишний. А ну-ка, выйди из кадра. Ну рассказывайте вообще, кто это такой? Выйди из кадра, мужик, я сказал, что не понял? Вообще не знаю, кто это, впервые вижу. Короче, голубка, я тебе скажу, знаешь, какая моя любимая страна? Нет, не знаю, не знаю. Россия, правильно, ты угадала. Ну да, да, да. Знаешь, я сюда приехала и сразу всем сердцем, так сказать, прониклась к этой стране. Ну да, да, да. А все почему? Я иду по Олимпийскому, а там из-за угла медведь. Да ладно, это, наверное, Юрий Антонов был, вы перепутали. А вот мужики у вас какие, они как выпьют, во всем разбираются. Политика, женщины, спорт, религия, все, что хочешь, понимаешь? Да, да, они такие, когда выпьют. Нашим мужикам до них вообще далеко еще пахать и пахать. Ой, слушай, я так давно хотел с тобой писярик купить, давай вдвоем я. И ты, и все. Не, вот ну, писярику да? Можно, конечно, это тело святое. Знаешь, песню даже про это знаю. «Летящей походкой я вышла за...»